Всем доброго здоровечка. Как говорил один мой знакомый, а посмотри, что у меня есть. Вот приехал я к теще рвать яблоки. Об этом снимал уже ролик, выкладывал на канале предыдущий. И вот тесть говорит, а что ты не снимаешь мою добычу? А добыча его вот эти вот штуки. Штуки, которые называются груздь. Белый груздь. Честно говорю, я не грибник, грибов не ем. Но, как бы, как по мне, довольно большие, смотри, какие. Технология такая. Грузди укладывают вот в емкость, заливают водой, 2 дня вымачивают. Потом чистят под пресс. Ну, а дальше уже, как бы, кто что любит. Пожарить там или потушить, ну, одним словом. Готовят к употреблению. Миска довольно большая. Большие грибы. Большая удача для грибника. В принципе, это все. Спасибо, что смотрели. Увидимся. Пока.